Так, поездка на лифте в ресторан Олеа на наш первый там завтрак. Ужин вчера был очень интересный. Теперь будет завтрак. Это чтобы вы не забыли, как мы выглядим. Вот так вот она, вся поездка. Выходим. Меню ужина. Вон, видите, тут всевозможные блю-лобстеры. Это для ресторана 55,5. Вот, а у нас будет Олеа. Вот это вот лестница витая. Соответственно, вот утром народу не так много. Поэтому можно запечатлеть все, наверное, явства, которые будут. За ужином мы это не снимали. Их было какое-то восхитительно огромное количество. Было всех вот этих угощений. Но утром тоже, посмотрите, одной выпечки тут глаза разбегаются. Вот, пожалуйста. Очень много всего. Вон и какие. Хлеб елочкой. Хворост хлебный. Овощи. Нарезанные, целиковые, свежие. Вот тут всевозможные специфические блюда. Все подписано, это удобно. Вот. Всевозможные сахары, меды, фрукты. О, ланган даже есть, посмотрите, это здорово. Ланган. Здесь дыня. Дыня. Вот таких у нас вот не продают в России. Может быть, в Азбуке Вкуса где-нибудь, да. Здесь. Honeydew melon. Какая-то тоже дыня интересная. Вот. Яйца. Да, все уже подготовлено. Вот тут. Ну, много, да. Вот, то есть каждый раз, чтобы это все попробовать. Сколько надо дней тут жить. Вот суповая станция, всевозможные тоже. Смотрите. И а вот там вот еще что-то есть. Здесь у нас всевозможные, наверное, каши, йогурты, да. То есть вот. Ну и вот смотрите, не все включено в отеле, да? Но вот, заказать соки. Но вот таким образом вы можете выйти из любой проблемы. А народ, как видите, немного, он не толпится, он не мешает, соответственно. Итак, вот примерно масштаб всего, что нам надо съесть, вы увидели. Кошмар. Итак, вот после долгого подбора всевозможной еды, вот так вот выглядит то, что пока набрали, предварительно, так скажем, да, вот еще будет сок, вот, ну, вот все съедим, я думаю.